эту собаку зовут Лиса, ей 7 месяцев. Она привита от разных инфекций, она стерилизована. Она очень ласковая, милая и подвижная. У нее достаточно печальная история. Ее нашли на рынке Рабашова. Ее бездомная мама родила много достаточно щенят, и всех забрали, и осталась там Лиса. Вот она сейчас у нас. Она очень шустрая, не сильно спокойная. И вот я сегодня с ней гуляла, и она, ну, мне очень понравилась. Несмотря на то, что она убегала, она рвалась вперед, ну, она как рвется в путешествие. Она очень энергичная. Вот я очень подвижный ребенок, поэтому мне очень понравилось с ней гулять, так как она бегает часто, прыгает. В общем, она очень шустрая и подойдет для какого-нибудь человека, который, ну, быстро бегает, либо для семьи с детками.